Шольц, 2024 год может стать годом мира для Армении и Азербайджана, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. У меня здесь было много других обсуждений. Для меня также важен разговор с премьер-министром Армении, господином Пашиняном, и президентом Азербайджана, господином Алиевым. Текущий год чрезвычайно важный для этого региона. Он может стать годом мира, если стороны продолжат предпринимать действенные и смелые шаги навстречу друг другу, отметил Шольц на пресс-конференции по итогам 4-го саммита Европейского политического сообщества в Лондоне. Канцлер ФРГ воспользовался возможностью в рамках саммита, чтобы призвать стороны сделать это. Европа в целом будет сопровождать Армению и Азербайджан на пути к установлению мира друг с другом, который продлится долго и обеспечит долгосрочное хорошее сотрудничество между этими двумя соседними странами, сказал Шольц.